Выражаю огромную благодарность за финансовую и моральную поддержку канала. Герман, Аглар, большое вам спасибо. Открыть систему распространения. Хотелось бы, да, тихонечко все это сделать быстренько. Но, думаешь, почить плазменный резак. Хорошо. Ай-ай, как он громко это делает. Он же сейчас обязательно прыгнет. Нет? Мама! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он здесь. Как вот он здесь оказался, спрашивается. А че ты не идешь ко мне? Опа-опа. Открыть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот шкафчик есть. Где? А, вот. Ой, нет. Ой, нет, нет. Ух ты, красиво. Что-то тут огненное такое, ничего себе. Ага. Так, куда мне идти? Вы идете в место под названием проект KG-348. Да чтоб тебя. Вот она кнопка эта гребаная. Давай быстренько, ну... Ну... Подтверждена утечка опасных материалов. Принят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Успела, успела. Простите, Рипли. Что? Ах вы гады! Сволочи! Они мной пожертвовали. Идет уравнивание. Так, ждать герметизации. Огнеметы в руки взяли. Терпим, терпим. Черт бы тебя подрал, скотина! Напугал меня, гадина! Так, я зашла, хорошо. Нажми на кнопку, давай, да. Привет, вы смотрите канал Elan Plays Games. Меня зовут Лена. Это продолжение игры «Чужой. Изоляция». Спаслись мы в предыдущий раз. Но нас жестоко кинули наедине. Алло. С чужим. Алло! Меня кто-нибудь слышит? Рипли, это вы? Да, Уэйт, это я. Чтоб ты сдох, ублюдок. Ты запер меня вместе с тварью и отправил в космос. У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми? Я должен был убрать ее со станции любой ценой. Ну да, ценой моей жизни. Поймал на живца. Так поймал же, Рипли, поймал. План сработал. Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает. Да, только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Ну, да уж, на войне все средства хороши. Жертвовать одним ради спасения всех остальных. Штаб? На лифте? На галерее Соломон. Так, сейчас буду искать, куда и чего. Хочу посмотреть, могу ли я что-то сделать полезное. Так, СБУ. Спонсор. Шприц. Так. Мне их уже много, и я ими, конечно же, не особо пользуюсь. Вернее, практически не пользуюсь. Но... Раз тут лежат еще полезные всякие предметы, надо что-нибудь поделать. Так. Ой. Что еще? Может быть, вот это вот смогу? Да. Хорошо. Не знаю, что мне здесь может пригодиться. Так, зарядим огнемет еще. Насколько я понимаю, в ближайшее время чужого здесь не будет. А кто будет, я даже не предполагаю. Скорее всего, наверное, с людьми придется здесь как-то сражаться. Может быть, еще с роботами. Использовать рычаг. Что
Что-то как-то темноватенько тут. А где у меня фонарь? А... Вот. Нашелся. Сюда можно зайти. Нужен ионный резак. Сюда вообще не пройти. Что-то мне кажется, это эти места какими-то очень знакомыми. Не была ли я здесь уже раньше? Фаер. Зачем мне фаер? Я им вообще не пользуюсь. Там кто-то есть. Да, вот здесь замок снят. Похоже, да. Да-да-да, я здесь уже была. Так, что там, кто там? Посмотрим. Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. Дробовик. Какая штукень здоровая. Но все, обыскать больше нельзя его. А дробовик? Сколько у него? Только 4 патрона, да? Использовать пропуск. Ох, мне нравится эта пушка. Есть тут кто-нибудь? Нет? Мне показывает... Да, это этот зал с трупами. Я помню, там была сохранялка наверху. Я, пожалуй, схожу туда. Так вроде чисто. Fuck the marshals. Как можно перевести looters will pay? Ну, то, что заплатит, понятно. А looters это кто у нас такие? Собиратели? Не знаю. Расскажите, кто знает, что это обозначает. Хорошо, сохранилось. Что у меня еще есть? Шокер, заряженный, огнемет, дробовик, револьвер. Где дробовик? Вот. А мне туда надо, да? Угу. Это робот? Ах ты ж, елы-палы. Что, нет? А сколько в тебя раз надо выстрелить? Может, не стоит тратить патроны вообще, в принципе? А что тогда, шокер? Ну хорошо. Не совершай ошибку. Ну да. Ай, молодцы. Прямо вот к нашему карантину все это, да. Так, но зарядов шокера не так много, как хотелось бы. И мне интересно, почему мне его не показало? Может, его не надо было убивать? Я тут... Что? Вперед налево. Вот в этот, да? Соломонск галерея. Хорошо, поехали. Процедура отделения от станции завершена. Рипли! Спасибо за... Рипли, это Рикардо! Ты выбралась? Сволочь твой, Уэйтс! Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Есть там, интересно, что-то интересное. Обновить карту. Что нам это дает? Обновить карту. Комната с генератором. Отсеки подзарядки. А мне надо вернуться в бюро. Что тут, отели какие-то, нижний зал, галереи? В общем, вперед куда-то. Ладно, пошли. Просто звуки или не просто звуки?
Кто-то там прям вообще. Там люди. А как понять, что за люди? Чего? Вот сейчас топливо для огнемета просто бесконечное. Смотрите-ка, это не из наших. Испытывай свою удачу. Ладно, поняла тебя. Даю возможность уйти по-хорошему. Мы не одни. Вон там кто-то прячется. Так, а как их обойти? Не знаю, не знаю. Тут, похоже, нет никакого другого пути. Мне надо через них проходить, что ли? Дробовик. Ладно, попробую пока с револьвером. Ну и где он? Да чтоб тебя! Не-не-не. А где ты? Я тебя не вижу. Похоже, что мы просто палим через преграду, да? Внимание! Уровень угрозы на месте. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших процессов. Так, просто патроны тратить тоже не гуд. Может быть, вот туда надо было проходить через как-то. Да ё-моё, а у тебя сколько этих патронов-то? Так. Что мне тут надо сделать? Fire, fire. Внимание! Так, ладно, видимо, надо искать другую дорогу. Стреляйте, парни! Не надо по мне стрелять. Вон там кто-то прячется. Потратила кучу патронов бездарно совершенно. Так, вот это что, дверь заперта. А где тогда еще что тут есть? Здесь ничего. Ничего, нигде больше никакого входа. Да просто здесь коротит все. Ладно. Давайте смотреть, что тут есть еще. Раз такие дела, вот этот проход куда ведет? Никуда он не ведет. И это тоже похоже на лифты. Через это как-то может быть. Вот это что? Сенсор. Осмотреть. Жалко, у тебя нет патронов. В сумке ничего. Аккумуляторы. Да куда? Что ты хватаешь? Все подряд хватаю. Нет? Как так? И через что мне здесь идти? Да уж. Вот это что такое? А я не видела, где тут сохранение. Ага, вот оно, да? Здесь кнопок нет никаких. А там тоже. Я их уже наагрила. Они меня видели. Надо было, может, тихонечко как-то красться. Непонятно. Так, ладно. И выключение энергии тоже я не видела нигде. Дверь закрыта. Кнопки никакой. Да? Дверь заперта, и все на этом. Ну так и что, я теперь буду здесь возиться, фиг знает сколько времени. Хорошо, ищу. В полу проходы какие-нибудь. Тоже не вижу. Так было надо, и это ты предложил, не я. Куда бы разбежались сразу? Подать энергию к двери в галерею. Ну, ладно. Каким образом? Вот это что такое? Эта штука случайно не двигается как-нибудь?
Да, что-то происходит. Активировать. Ух ты. Куда ты поехала, лапочка? Дай-ка я посмотрю, куда ты собралась. Вот оно что. Вот сюда-то теперь, да? А меня туда пропустят? Хова, да. Я сюда могу зайти. Ну, ладно, и еще дальше она куда-то встала. Ну, теперь мне будут давать все время топливо для огнемета, когда он мне сейчас прямо не нужен. А патронов, конечно же, нет. Нет, сюда не пройти. Ладно, полезли в вентиляцию. Так. Когда знаешь, что чужого не будет в ближайшее время, прям так... Ах, как хорошо. Хорошо жить. Жить хорошо. Мне же людей покажут тоже, если что. Что тут? Мина. Второе улучшение. Так, туда выход. Есть какой-то. Да, конечно же. Топливо для огнемета. Не, теперь оно мне прям очень нужно. Ладно, буду потом, может быть, использовать эти штуки, научусь. Еще взрыватель куда-нибудь можно приспособить. Куда? Он здесь используется, ну да. А все, больше не могу. Лимит? Или как-то она сделалась? Нет, она не сделалась. Странно, такое чувство, что... Просто забрали у меня запчасти. А ничего мне не сделалось. Рипли, не хочу тебя расстраивать, но тут что-то не так с андроидами. Да я в курсе. Они у вас тут давно с ума сошли. Да нет, тут что-то новое. Они уходят с постов. Я видел одного в общественной зоне. Такого еще не было. Ну, класс. Ты уж осторожней. Ладно, поняла. Так, а что еще действует на роботов? Самодельная бомба, взрывное устройство, радиус действия невелик. Смертельно опасно для людей и непромышленных андроидов. Его можно превращать в мину, которая взрывается. Так, СВУ можно будет использовать. Что еще? Что такое М-мина? Детонирует при ударе, посылает электромагнитный импульс, выводящий из строя андроидов. У улучшенной модели радиус действия больше. Срабатывает при приближении. Вот это что? Детонирует при ударе. При ударе не наносит увечья, но оглушает и ослепляет. На людей только. Привлекает внимание. Так. Еще что? Ну, это понятно, дымовая шашка. Так, значит, СВО против мина. Хорошо, будем что-нибудь пытаться. А мне надо сюда было? Я даже не посмотрела. Ну, типа, да, мне сюда надо. Туда сходить, посмотреть, что там. Собирать какой-нибудь лут. Тихо. Тут есть кто-нибудь? Я только за лутом и... Ой, я ж не взяла. Туда и обратно. А эта галерея вообще длинная? Где это я сейчас? Тут уже до конца немного осталось. Пойду посмотрю, а то, когда чужой на хвосте, никуда же даже не просматривает, что здесь у них происходит. Вдруг тут какой-нибудь особо ценный лут будет. Патроны, например. Нет, патронов мне не дали. А вот это что? Взрыватель, ну вот. Будем делать, значит, какие-нибудь еще мины. Не просто так я сюда зашла.
Где была дверь? Вот это? Что взять? Дробовик? Так, в полу есть люк. Заряд для шокера, но уже получше. Уже 4 у меня будет. Что тут? А мне сюда? Нет. Мне, судя по всему, нужно идти как раз туда. Но я, конечно же, хочу посмотреть, что здесь. Мне же интересно. А это как раз, наверное, бар. Нет, там отель какой-то. Ну, в общем, лобби. Лобби отеля, видимо. Бар, да. А есть что-нибудь полезное? Нет. Или вот есть ящик. Патроны мне дайте. Жадные вы какие. Да, тут есть сохранялочка. Будем это делать почаще. Вернее, везде, где она встречается, на всякий случай. Так, идем дальше. Нам, значит, сюда, да? Уэйтс, это Рипли. Что у вас там с андроидами? Я не знаю. А что за новый уровень угрозы? Да не знаю я. Пытаюсь выйти на связь с вашим Сэмуэлсом. Может, он в курсе, что затевает Аполло. Кто-то есть слева явно. Как-то медленно это все делаешь. Или нет никого? Пока непонятно. Подачу энергии надо восстановить. Что у нас тут? Использовать, значит, сюда надо будет. Пока осмотрюсь. Использовать магнитофон. Жетон. Так, давай. Все бы генераторы так заряжались с 3 раз. Теперь в ту дверь. Здесь ничего не взорвалось. А что за такие... Началась такая музыка. Ой, они там забегали. Ох ты ж. Кто-то там конкретно забегал. Ох ты. 4. И кто это может быть? Если столько андроидов, я не потяну. Несанкционированное проникновение. Ясно. Да, блин. Не надо меня так. Да, чтоб я не успела, не успела. С музыкой все не так темно. Что-что с музыкой? Так, хлам мне не нужен. Давай-ка как-нибудь дымовая шашка, шокер, огнемет, дробовик, револьвер. Шокер, 1 заряд, еще 2 есть. Так, ну, возможно, это будет не так просто, как мне бы хотелось, конечно. Но ничего. Будем, как говорится, посмотреть. Что тут? Кто? А вы что тут сидите? Ты, человече, что там делаешь? Ты будешь на меня агрессивно нападать? Беги. Побежал? Правильно. Беги. Ладно, встаю. Люди, люди, патроны дайте, блин. Ай-яй-яй. А, это я уже посмотрела. Чего? Ах ты ж, ё-моё! Тихо. Не дайте ей уйти! У нас тут... Блин, по 4 патрона на вас тратить, это как-то слишком.
Он был в каске, ну да. Вы же сказали только про андроидов. Какого фига? Вот, есть. Патроны для дробовика. А ты чё тут? Ладно, тебя не буду. Беги дальше. Угу. Ты за каждым этим, за каждым будешь столбиком присаживаться и все время меня пугать? Вы найдете все, что вы а куда мне надо? Вроде сюда. Галерея Соломон. Большой торговый центр, в котором население и гости станции могут приобрести все необходимое. За порядком группы сидят офицеры службы безопасности. Да ты достал передо мной метаться. Компания Джазаки Сикстей. Что? Названная в честь основателя корпорации Сиксон. Рабочим и их семьям предлагаются комфортные... А куда ты меня ведешь? А те, кто приехал в дело бизнеса... А, вот так вот. Хорошо, поняла тебя. Зря возмущаюсь. Уэйтс, в чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. Так, ну это, по-моему, мы где-то уже рядом. Только тут все закрыто. Патрончики, хорошо, хорошо. Тут ничего. Ай, ну что вот ты... Да блин, а как ее взять? Блин, не успела. Отстань от меня. Еще раз. Да отстань, козел. С девушками так нельзя обращаться. Шел к черту. Шокер, заряжайся. Как эти штуки брать в руки? Вот как ее взять? Почему она мне не хотела браться? Вот так вот просто. Вот так, да? А, ее можно бросить, можно положить. Так, надо будет сейчас попробовать. А я все взяла там, да? Да. Мне мимо кого-то тут сейчас надо пройти. Ё-моё. Бросить. Ну, идем. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Кто бы сомневался. Уэйтс. Ах, ублюдки, кровожадные ублюдки, не смейте их трогать! А ну, валите! Угу. Красавцы! Уэйтс! Уэйтс! Уэйтс? Уэйтс, похоже, все. Найдите другой маршрут. Куда ты меня ведешь? Что это? Севастополь, велкам. Назад теперь мы идем, поняла? Идем, идем. Здесь я была, смотрела, что здесь. Клей, вещество, Б. А, так, раз такое дело, может быть, еще аптечку я могу сделать? Внимание! Уровень угрозы омега. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших указаний. Возможно, они мне тут очень даже пригодятся. Нет, больше... Ничего, прорвёмся.
Нет никого. Пока вроде тихо. Ну-ну. Коридоры, коридорчики. И везде карта. Мне кажется, это одна и та же карта. Мне ее просто... Да, раз за разом предлагают еще раз обновиться. А че это ты не открываешься? А куда мне тогда нужно? Я не сюда пришла. А, вот здесь. Это у нас ребятушки. Вы какие у нас ребятушки? Куда ты все выкинула? Да ладно. Фух, патронов крайне мало. Капитан Диксон, вас ждут блестящие карьерные возможности. Все? Вливайтесь в нашу дружную семью. Диксон, вместе светлому будущему. Может, не надо было, конечно, их убивать сразу так? Может, они были хорошие? А ты чё стоишь? Ну ладно, стой, раз такое дело, заряд для шокера. Стоишь и смотришь. Куда кто побежал? Так, так я ошиблась или не ошиблась? Да нет, вроде не ошиблась. В каске в какой-то. Но он явно был недобрый. Вот кто-то бегает. Ладно, раз ты не агрессор, то бегай. Там что-то есть. Посмотреть. Нет мест. Вещество Б. Так, что тут еще? О, тут капсульный отель. Практически. Так. Почитаем. Личная помощь. Хайст, ты еще здесь? Почему у нас не хватило мозгов оставаться на Анна-Сидоре? Меня заперли в лаборатории в технобашне. Ради всего святого, вытащи меня. Лифты не работают, и тут везде трупы. Я слышу, как оно ползает внутри стен. Держи язык за зубами. Мик, давай. Я понимаю, ты не в себе после того, как эта хреновина вылезла из Фостер. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты набрался до беспамятства. Они всегда верны. Ты говорил много лишнего. На нашу власть. Ты знаешь, как они... Наши нужны просты. Они лишь одним мужчинам не слышат от настоящих людей. Они просто никто не должен знать, что мы с Анисидором. Не беспокоиться даже в чистых мелочах. Они гениальны. Простые и просто гениальны. Так, сохраняемся. Не дали толком послушать, нормально перебили, но ничего. Если что, можно прочитать. Так, где мышь? Делись куда-то. Продолжаем. А что у меня в руках? Тут ничего. Рычаг. Идем дальше. Там есть кто-то. Кто там был? А мне в какую сторону надо? Типа вперед? Это андроид. Он меня увидел? Или, может быть, можно пройти мимо? Просто. Его...
Убила? Ой, какая красотень! Вот это мне нравится. Вот это было здорово. Прям вообще. Ух. Так, отличная штука. Надо такие делать. Громко, но эффективно. Пока чужого нет, надо порезвиться как следует. Вот туда, да, поняла вас. Но... дойду до конца с этой стороны. Или мне кажется, я уже была здесь. Да я уже была. Кажется, да. Тогда, значит, вперед. Никого? Хочу еще андроида. Вперед. А что, ты здесь не можешь пройти, что ли? А патрончики дадите? Нет. Не хотят. А мне надо? Нет. А мне вот туда надо? А как? А вот как-то так. А что здесь, раз сюда можно заходить? Я хочу посмотреть. Ну вот, здесь вон терминал, например, есть какой-то. Какие у вас планы? Привет, Март. Ты, наверное, уже слышал. Станцию демонтируют. Какие у тебя планы дальше? У меня есть знакомые, они мне подгонят работенку, когда улечу отсюда. Обещать ничего не могу, но, может быть, они и тебе что-нибудь подыщут. В галерее уже начали закрывать магазины. Твой там так и стоит, заколоченный с прошлого года. Жаль, что так вышло, конечно. Никак у тебя дела не шли. Ты еще общаешься с Маргаритой и детишками? Я думаю, когда выберешься с Севастополя, тебе стоит их навестить. Если надумаешь насчет работы, дай мне знать, Гиллан. Так, подождите. Угроза безопасности. Блит, мы должны как-то выключить роботов-уборщиков. Они представляют угрозу для безопасности. Каждый раз, когда они приступают к уборке, возникает вероятность того, что они откроют дверь твари, которая на нас охотится. Ну или в лучшем случае впустят внутрь мародеров. Общее. Всем обитателям Севастополя. Процедура вывода станции из эксплуатации уже начата. Пожалуйста, примите во внимание. На станцию прибыла бригада специалистов, которая составит опись имущества на Севастополе и затем приступит к демонтажу. Оказывайте им всяческое содействие. У нас достаточно продовольствия и медикаментов. Изменение маршрута полетов кораблей и снабжения не скажется на вашем качестве жизни. Тем не менее, если запас продуктов снизится до определенного уровня, будет введена система нормирования. Спекуляция дефицитными товарами строго воспрещается, а подозрительные активности сообщайте сотрудникам службы безопасности компании Sixen, которые проведут расследование совместно со службой безопасности станции. Открыта служба содействия переселенцам, мы с радостью поможем вам сделать следующий шаг, но не несем ответственности за возможные расходы. Если вам потребуется финансовая поддержка, обратитесь в службу кредитования компании Sixen. Решение о демонтаже является окончательным, то есть те, кто откажется сотрудничать, будут выселены в принудительном порядке. Так, аудио, люди напуганы. Я в лагере у торгового центра уже около суток. Люди напуганы. Но все еще верят, что Уэйд сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду и воду. Я не могу здесь оставаться. А тут у нас что? Что это за такие конструкции интересные? Там что-то какой-то ящик есть. И в полу есть. Проход. Так, а сделать вот эту вот прекрасную вещь я могу еще одну? Да, замечательно. Но мне сюда не нужно. Ладно, пойдем обратно. Там была еще одна такая дверь, в которую мне не нужно, но можно там посмотреть что-нибудь интересное, может быть, есть. В жилой башне Соломон мы найдете все, чтобы почувствовать себя как дома. К вашим услугам, галерея Соломон, большой торговый центр, в котором население и гости станции могут приобрести все необходимое. За порядком круглосуточно следят офицеры службы безопасности. Жильем вас обеспечивает компания Джазами Сикостей, названная в честь основателя корпорации Сиксон.
Тоже люк в полу только и все, да? Ладно. Есть еще тут такие двери или нет? Нет, таких больше нет. Бежим вперед, значит. О, можно бегать. Ну, правда, не сильно далеко, потому что нас будет все равно очень громко слышно. Кто здесь? Схватишь меня, небось, козлина? Ай! Я так и знала! Ну, а тебе, сволочь. Ну, это было, конечно, ожиданно, но все равно страшно. А мне не сюда. А куда? А куда вы хотите, чтобы я пошла? А, вот как. Радар такая штукень, конечно. Пожалуй, стоит применить аптечку. А, больше нет возможности. Сделать больше 6 невозможно. Ладно. Так. Никого здесь нет. Терминал. Ладно, давай. Посмотрим, что здесь, что-то их стало очень много и часто. А мы все идем и идем. Конфискованное имущество. Мне кажется, я что-то такое уже читала про... Здесь ошибка. Какой-то паразит. Мне кажется, Лингард, тоже я уже это смотрю. Это доктор Лингард. Да. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Было, 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 было. Я вбила ее в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Да, поняла, где я. Угу. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синглера и как такое могло произойти в условиях карантина. Да, я это уже слушала. Кто знает, что еще они к нам пропустили? Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно так, приходите. Марла уже здесь нет. Может быть, тут еще что-то полезное будет? Да, но нет места. Ну, ладно. Здесь есть сохранение. И труп чей-то. Да. Человек. Трупы. Много трупов. Рипли, они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю, почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Найти Сэмюэльса в Сиксон. А где это? Так, сейчас нам нужно... Куда? Транзитная линия до научмедбашни. Пойдемте со мной. Нет, дружочек, ты останешься здесь. А я пойду дальше. Ох, как мне нравится эта штука. Она прекрасна. Но шокер тоже не помешает с собой иметь. А мне куда? Чего? Вот в эту дверь. Почему я не могу тебя полутать? Тебе нет лута?
хлам. Этот ящик пустой. У вас ни в ком нет лута? Нет, в ком-то есть. О, патрончики. Кто тут еще был? Или мне показалось? Нет, не показалось. Ну вот, патроны для дробовика. Тоже хорошо. Что тут не так? Вам сюда нельзя. Так, где? Вы нарушили правила. Ой. И будете наказаны. Надо еще их делать. Прекрасные бомбочки. А еще одно получится? Нет, чего? Мне нужны будут сенсоры и взрыватели. Так. Ладно. Что тут в тебе еще было? Аккумулятора нет места. Ну, осталось две. Вам нет места. А там еще, по-моему, какой-то можно будет тогда тормозить, если что. Там кто-то есть. Я надежен. Вы везде узнаете меня. Дайте я вот это попробую. Что она нам дает? Ой! Странно. Так, это надо потом его добивать, да? Ну так тоже можно. Так тоже можно, но это долго. Хорошо, я осваиваюсь. Давай. Так, все-таки мне больше нравится тот, который СВУ. А что ты ее не берешь? Неудобно здесь. Почему бы не сделать панельку? Уважайте других пассажиров. На кнопочке. Ну да, у меня нет возможности выбора этих. Быстрой кнопки нет. А зачем я смотрела? Оттуда вроде никто не должен появиться страшный. Поехали. До научно-медицинской башни. Где? Где? Кнопочка. Мы поедем, мы помчимся. Давайте здесь сделаем перерыв, а к вам у меня огромная просьба. Если вам понравилось смотреть мое прохождение этой игры, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, пишите комментарии, давайте советы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, так вы не пропустите выход новых серий. Огромное спасибо, что смотрите и поддерживаете меня. Приходите еще. До скорого!